Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original, ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, sigan estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos, elijan el idioma. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. ¡Que disfruten del cine ruso! Все-таки не здесь спрятали. Здесь. Наведался сюда кто-то до нас. А кто же сюда мог наведаться? Напарника вашего уже нет. Как вы утверждаете, смотрителя? А я не знаю ничего. Не стреляйте в свои. Немцы на подходе. Достали? Забрал кто-то до нас. Уходить будем через тоннель. За мной, быстро. Сколько у нас патронов? Сколько взяли, все с собой, только боюсь, долго мы тут не продержимся. Пусть только сунутся. Я бы на твоем месте подумал, как мы отсюда выбираться будем. Господин майор, мы их окружили и нашли лаз в особняке. Думаю, на этот раз им уйти не удастся. Волков! Волков! Теперь вы понимаете, что совершили ошибку, когда пришли сюда. Еще большую ошибку вы совершили, убив моего брата. Вылезайте из своей звериной норы. И не забудьте груз, изумруды. И, конечно, пакет. А человеку свойственно ошибаться, Бюсов. Я об одном жалею, что вас не пристрелил, так же, как вашего братца. А знаете, почему это у вас не получилось? Потому что вы жалкий неудачник, Волков. Такой же, как ваша подружка, Саша. Эмит, приведи ее. Этого только не хватало. Игра окончена, Волков. Если вам дорога эта женщина, а я думаю, она вам дорога, выходите с поднятыми руками. Волков, будьте мужчиной. Неужели все эти изумруды и пакеты стоят жизни этой прекрасной женщины? Понял, понял! Вы только не стреляйте! Выхожу! Разумное решение. Не стреляйте, я выхожу! Оружие на землю! Да, да! Обыщите его. При нем должен быть пояс с изумрудами и пакет.
Предельно осторожно. Оливер, в машину, быстро! Пакет с ценнейшими документами пропал, изумруды тоже. Хорошо, мои ребята вовремя подоспели. Иначе бы тоже мы тут лежали. Пропали, но у немцев их тоже нет. Согласен, не стали бы они груз требовать, если бы он у них был. Товарищ командир, пленного взяли. Отвечай, откуда вы узнали, что мы здесь? Быстро. Я не знаю, нам просто приказали. Не знаешь? Тогда нам не о чем с тобой разговаривать. Я пленный. Вы не можете меня убить. Закон войны. Что ты сказал? Ты мне сейчас про законы военного времени говорить будешь? Вы пленных расстреливаете посреди белого дня. Вот ваши законы военного времени. Я тебя последний раз спрашиваю, как вы узнали, что мы здесь? Был радиоперехват. Господин майор знает вашу частоту и шифр. Не убивайте. Разведка сообщила, сюда идут регулярные немецкие части. Уходить надо по добру, по здорову. Бюцев этот ваш, он чуток поторопился. Полтора часа подождал бы подкрепление. Все, взял бы нас тепленькими. Как пить дать? Ну, если никаких идей, куда делись камни, и пакету товарища дипкурьера больше нет, тогда вперед и к трибуналу. Идущий, обрящий Семенов. Господин Бюцов, у меня есть приказ связать вас с Берлином. Конрад фон Бюцев у аппарата. Добрый день, Конрад. Ведь он добрый, правда? Так точно, господин Бергер? Не вы ли обещали мне информировать меня каждый час, как идет ваша охота за документами? Так точно, обещал, господин полковник. Тогда какого черта мне докладывают, что вы малой группой, не дожидаясь подкрепления, полезли в пекло? Почему вы не согласовали это решение со мной? Господин полковник, я думал... Замолчи. Думал он. Время упущено. Волков снова ушел. Каковы ваши дальнейшие действия? У меня в руках человек, которым Волков очень дорожит. Именно он и приведет Волкова ко мне. Я даю вам 48 часов. Если не принесете мне в зубах изумруды и пакет, я отдам вас под суд. Это понятно? Так точно, господин Бергер. Чего ты нашел, следопыт? Ты подковку знаешь? Это ж моя работа. Я Трофиму подошву чиню. Держи, Сергей. Ты помнишь? Ты что хочешь сказать, что это Трофимовский след? Он же у нас... Да зуб даю. И размер подходящий, и сапог левый. А он как раз правый на мину наступил. Это получается, либо взрыв такой силы был, что аж левый сюда отбросило, либо обманул нас, товарищ Трофимов. Трофимов — это тот ваш проводник? Да. Тот мне странным показалось, что он вас тут кругалями водит. Время уходить надо. Получается, это тайник его рук дело, и смотрителя он и приходовал, чтобы не мешали. Собираемся, уходим!
Ну что, ему про тайник рассказывали? Помнишь тот люк, через который мы проникли в подземелье? Справа от него, в 17 шагах, в кирпичной стене тайник. Там изумруды, а самое главное – пакет. Я Саше рассказал, он послушал. Мне еще тогда показал, что в кустах ты тут был. Что ж ты его не проверил как следует, товарищ капитан? Так на старуху бывает проруха. Так он узнал, что и где искать. И план придумал. Уломал пойти окружным путем, про какие-то учения наплел. А мы уши развесили. И вот вся эта история с подрывом на мине. И тут тоже ничего сложного. Так он же сапер. Ему заранее мину установить и обезвредить. Два раза плюнуть. Еще ему надо было сделать так, чтобы нас немцы засекли. А тут Леня так удачно храпака дал. Лень, ты че, не спать? Утром звуки далеко разносятся. Немцы из ближайшей деревни услышали и по нашей душе явились. Ну, правильно. Давайте меня теперь во всем вините. Да все хороши. И я первый. Не раскусил этого гада. А дальше все проще, парень репы. Нас отправил длинной дорогой. Сам пошел короткой. У особняка был через сутки, максимум через двое. Смотритель убил, изумруды и пакет забрал. Понять бы, куда делся этот ваш Трофимов. То, что немцам не сдался, это уже ясно. Он гад, но не дурак. Наверняка нашел какое-нибудь место, где можно передохнуть, собраться с мыслями, подумать, что дальше делать. Только где у него это место, черт его знает. А я думаю, надо вот у этой гражданки спросить. Это кто ж такая-то? Город Гродно. Ну и где нам ее у Гродно искать? Юра, Орешка, иди сюда. Здесь. Ты ведь из Гродно? Так точно. Так, может, знаешь ее? Так точно. Это же Ирина Коновалова. Ее в Гродно все знают. Мастер спорта. Погоди, а где она живет, знаешь? Так точно. Чем могу быть полезным, уважаемый? Сколько дадите? Разрешите? Ага. Изумруд. Отличной обработки. Великолепный. За камень такой чистоты можно дать 500 рейс марок за карат. Позволите? Можно полюбопытствовать, откуда он у вас? От бабушки наследство. Понятно. Хорошо, что у нас есть такие бабушки. Итого 10 карат. Получается 5000 рейхсмарок. Идет. Но, к сожалению, у меня сейчас при себе таких денег нет. Так что же вы? Но... я готов заплатить. Завтра. Приходите ровно к 11 часам. Я подумаю. А впрочем, ты мне еще пригодишься. Он же тебя любит. Так ведь? Или нет? Кстати, заодно и проверим. Если любит, придет за тобой. Вахер! Охрана! Увести. Я? Да. Я майор. Господин майор. Там скупщик. Говорит, у него какая-то важная информация для вас. Петя. Проходите. Доброго денечка, господин майор. Слушаю вас. Зашел ко мне сегодня один
человек и принес для оценки очень интересный изумруд с тонкой заводской огранкой, но без следов установки в изделии. Что? Очень дорогой. Чистота, оттенок отличного качества. Кто он? Вы его знаете? Лично я нет. Но он ухаживал за Ириной Коноваловой, известной в нашей городе мадам. Ну, спортсменка большевистская. Я часто их видел вместе. Они приходили ко мне. Он выбирал ей колечко, но так и не купили. Рассказывайте. Рассказывайте подробно. Да-да-да. Все, что вы знаете об этой мадам Коноваловой и о ее приятеле. Да-да-да. Итак. Может, она уже давно сбежала из города вместе с своим Трофимовым. Может, сбежала, а может, и не сбежала. Звони, звони. Она вышла. Пошли. Мы начинаем скрытое наблюдение. Нам нужна не она, а ее мужчина. Вы арестовываете вот этих двоих. Остальные за мной. Вы двое, стоять. Документы, паспорт. Сережа. Почему так долго? Я боюсь. Не бойся, не бойся. Скоро это все закончится. Ну как этот ужас может закончиться? Я не понимаю. У нас будет много денег, а мы уедем. Мы уедем, и ты все забудешь, как страшный сон. Ну. А вы куда собрались? Паспорт показывай. А, Усвайс. Сейчас есть. Вот. Выдали. С портретом даже. Гитлер капут. Уходим. Ну, вы же понимаете, что я могу очень быстро получить от вас всю информацию хирургическим путем. Пожалуйста, не надо. Ну, конечно, не надо. Я, в принципе, мягкий и добрый человек. Особенно сегодня. Поэтому я хочу сделать вам подарок. Вы рассказываете мне, где спрятаны изумруды и пакет с документами. А я вас отпускаю. Слово офицеру. Причем я не просто отпускаю. Треть изумрудов достанется вам. Поверьте, это огромная сумма. Хватит и вам, и вашим поколениям до 10-го колена. А если вы желаете не только богатства, но и славы, я предлагаю вам закончить эту короткую войну на нашей стороне. Вы можете нам быть полезны, Трофимов. Какие гарантии? Мне нравится ваш подход. Предлагаю обсудить детали. Уверяю вас, вы снова будете вместе, когда все закончится. Апфель. Увести. Уводи. Трофимов, ты живой? Но как? Комм рейн. Проходите, проходите. Не пугайтесь, это не для вас. Присаживайтесь, в ногах, правда, нет. Задзлич. Я вам все равно ничего не скажу. Да и не надо. А я и так знаю больше вашего. Вам, например, известно, что изумруды и пакет увели у вас из-под носа? Нет? А мне известно. Правда, есть и хорошие новости. Ваш любимый капитан Волков в городе Дебошир уже пристрелил двух патрульных. Он и до вас доберется. Думаете? Мне почему-то кажется, он больше занят поисками клада.
А вот за настоящим кладом почему-то не приходит. А знаете, Александр, мне кажется, Волкову вы просто безразличны. Его груз для него гораздо важнее. Хотя, впрочем, все это лирика. Изумруды и пакет скоро будут в моих руках. Поэтому завтра утром, когда я с грузом буду лететь в Берлин, вас расстреляют. Ничего личного. Вы мне просто больше не нужны. Обвести. Stay out. Открывай камеру. Руки хоть развяжи. Совсем звери. Спасибо. Меня Саша зовут. Ира. За что они вас? За дело. Я враг, и они меня боятся. А я по глупости. Поверила любимому человеку. Он сказал, что нашел клад. Кучу изумрудов. Любимый человек-то капитан Трофимов. Вы знаете его? Думала, что да. Так это он забрал. Изумруды? Да, он и рассказал этому главному. Бютов сказал, что груз скоро будет у него. Это правда? Да, завтра в 9 утра Сережа отдаст изумруды и какой-то пакет с документами. Они спрятаны на старом заводе, в давно закрытом цеху, где раньше коньки делали. Камеру открывай. Коновалова. Коновалова, на выход.
Gefangenen überprüfen. Komm los. Jawohl. Ich brauche die Zelle 4, 5 und 7. Hey, Hans, wie geht's dir? So, gut. Hier. Hans? Hans. Komm mal kurz. Подойди на минутку. Ja, was willst du? Распиши в журнале загруз. Ты забыл. Да, прости. Вот так. Отлично. Спасибо. Alles ist gut. Na ja, auf geht's. Und auf diesem Weg wird таким образом, господин полковник, груз скоро будет у меня. Sehr gut, отлично, Конрад. Как только его доставят, я немедленно вскрою пакет и сообщу вам все имена изменников. Ни в коем случае. Простите, я не понял, господин полковник. Разве мы не должны, господин майор? У меня сегодня был сложный разговор с адмиралом Канарисом. Так вот, адмирал ни в ком не уверен. Даже во мне, не говоря уже о вас. Понимаете меня? Я понял, господин полковник. Если адмирал получит вскрытый пакет, никто не гарантирует, что по пути не произошло подмены. Так что печать торгпредставительства должна быть на месте. А на конверте не должно быть следов вскрытия. Будет исполнено, господин полковник. И, мой дорогой, не подведите меня, как в прошлый раз. Слушаюсь, господин полковник. Полегче. Я вообще-то пришел посмотреть, как тебя можно спасти. Я вообще-то сама себя спасла. Пока ты неизвестно где. Я в тюрьме познакомилась с Ириной, женщиной Трофимова. А она сказала, что он сегодня немцам изумруды отдает. Точно? Без моей команды не стрелять. За мной! Чего застрял? Ложись!
Жива? Жива? Ты жива? Давай. Пожалуйста, не надо. Я не хотел в полицию идти. Меня брат с батей заставили. Это они идейны против большевиков. И батя, и брат все полегли. Хватит рыдать. Ты что, не знал? Немцы даже тем, кто им поверил, за людей не считают. А ну, пошли. Я тебя своими руками... Сюда иди, я сказал! Сюда иди! Погоди, ты, Игорь, тихо, тихо! Успокойся! Половина отряда полегло! Успокойся, я сказал! Их несколько человек в лагере осталось! Ты... Тихо! Ну, все, тихо! Посмотри на меня! Не кипиши! Мы теперь знаем, что это была ловушка. Люцин специально Саша побег устроил, чтобы мы в эту ловушку попали. Люцин вообще людей использует как пушечное мясо. Но поверь мне, у этого парня есть не меньше резон ненавидеть Бюцева. Это какой же? Немцы всех его родных убили. Всех! Может, мы пожалеть его еще тут должны? Это мы позже решим. А сейчас что делать будем? А задача прежняя остается. Добыть то, что нам надо. Для этого нам надо вплотную подобраться к Бюцеву. У него кабинет на втором этаже. Вы что, сейчас это всерьез обсуждаете? Товарищ капитан, это самоубийство. Я против категорически. Я согласен. Там территория круглосуточно охраняется. Погодите. Есть один план. Только для этого нам повязки полицейские понадобятся и план тюрьмы. Ну, это, полицейскую повязку достать не проблема. Вот. На развалина склада полно валяется. Я с вами пойду. Меня там знают, а вас сразу раскроют. И здание тоже знаю. Товарищ капитан. Чего? Связался с центром по новому каналу связи, что вы мне дали. Они готовы прислать самолет. Спрашивают, куда и когда. Ты говорил, знаешь подходящее поле для посадки? Конечно, знаю. Так, передай в центр координаты. Есть. Я могу подготовить место посадки. Я же летчица. Я же все-таки лучше знаю, как это сделать. Возьмешь с собой несколько человек. А мы с нашим новым товарищем в гости к Бюцеву наведаемся. Не нравится мне эта авантюра. У нас другого выхода нет. Я с тебя глаз не спущу, товарищ. Стоять! Ты чего? Не узнаешь меня? Андрей я. По какому делу? Преступника привезли. Срочно везем господина фон Бюцева. Похож? Убедились? Идем. Давай, вставай, давай, пошел. Ты тоже давай. Давай. Госпожа Коновалова, к моему глубокому сожалению, господин Трофимов погиб. Что? Этого не может быть. Почему вы меня обманываете? Увы, это правда. Я ничего не мог поделать. Партизанская засада. Это вы все подстроили. По вашему приказу я рассказала этой девушке, когда и где будут передавать изумруды и пакет. Вы ждали эту засаду, а теперь смейте мне говорить, что ничего не могли поделать. Ненавижу! Установите связь с полковником Бергером.
Господин полковник, изумруды и пакет у меня. А сам курьер Волков погиб. Я жду самолет и немедленно вылетаю. Господин офицер, у нас опасные бандиты. Мы хотим их показать господину фон Бютцелу. Пропуск. Ну вот, посмотрите. Это же ваша листовка. Здесь награда обещана. Здание только по пропускам. Нам награду обещали. Я должен лично доложить господину фон Бютцелу. Оставайтесь здесь. На мне пулемет! Разделяемся! Мы по этой лестнице, вы по дальней. Если что, прикройте! Рюкзак! Мы приехали. У нас мало времени. Командуй, дочка. Так, идите в лес за хворостом. Самолет может задержаться, будем костры жечь. Есть. Пойдем за хворостом. Пойдем. Волков, я думал, ты сдох со всеми остальными. Сейчас ты сам сдохнешь, сука! Огонь! Опусти автомат, я его зарежу, как щенка! Убей его, Волков! Брось автомат! Но! Господин майор. Я... Слышу. Большая часть нападавших уничтожена, господин майор. А с пакетом что?
документы. Где он? Его забрал Волков, и ему и одному партизану удалось уйти в вашей машине, но я за ними отправил погоню. Догнать и уничтожить. Любой ценой. С потерями не считаться. Уничтожить. Внимание! Отставить свои! Свои, свои! Стой! Открывает вылет. Твою дивизию. Не успеем, у нас задание. Я без нее не полечу. Стоять! У тебя пакеты изумруды. Да пошел бы со своими изумрудами, понял? Да! Забери! Пора взлетать, времени нет. Погиб! Погоди минуту, браток! Назад, не успеешь! Дочка, их ногты уходят, нам не устоять! Тебя никогда не догонит никакая пуля. Другого шанса, может, уже не будет. Как сообщил старший лейтенант Семенов, гражданин Волков, грубо нарушив обязанности дипломатического курьера, оставил ценности и пакет с совершенно секретной информацией в ненадежном месте. Это поставило под удар советскую агентурную сеть в высших эшелонах власти Германии. При попытке исправить ошибки гражданина Волкова погибли люди. Фашисты уничтожили целый партизанский отряд. По тяжести совершенных преступлений гражданин Волков заслуживает самого тяжелого наказания. Давай, не тяни, говори.